С моей точки зрения, отказ Пашиняна ехать на саммит глав стран ОДКБ, участниц ОДКБ, является всего лишь одним из элементов прозападной политики армянского премьер-министра. В данной ситуации я считаю, что Россия не будет реагировать до тех пор, пока эта тенденция не приведет к каким-то значимым шагам. Ну, например, к началу процедуры выхода Армении из интеграционных союзов ОДКБ и ЕАЭС, массовым поставкам вооружений на Украину или хотя бы советского образца. К заключению однозначно враждебных договоренностей с противниками России в оборонной, экономической и иных сферах и реализации этих договоренностей на практике. В этом случае, скорее всего, Россия просто закроет рынки для Армении, трудовой, финансовый и другие. В этом случае Армения начнет испытывать очень большие экономические трудности, которые, скорее всего, ни Франция конкретно, ни Евросоюз в целом компенсировать ей не смогут. И Армения погрузится ситуацию экономической стагнации и, вероятно, политической нестабильности. Но те шаги, которые предпринимает Пашинян сейчас, очевидно, пока еще могут заставлять Кремль сдерживаться, потому что они носят более демонстративный характер, чем реальный.